Уже через месяц, 17 июля, в Нижнем Новгороде стартует фестиваль современного кино «Горький фест». Заявки на участие организаторы начали принимать еще в начале июня. Всем, кто хочет побороться за призы и поразить публику, необходимо отправить свою работу на официальный сайт события до 1 июля. К слову, судьбу фестиваля уже обсудили губернатор Глеб Никитин, президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер «Горький фест» Оксана Михеева. В этом году мы повторим этот опыт с учетом повышенных требований. Главное – обеспечить безопасность людей. Рассчитываем на то, что, несмотря на существующие ограничения, организаторам удастся создать интересную насыщенную программу. А в следующем году, в год 800-летия Нижнего Новгорода, мы проведем юбилейный фестиваль. В городе традиционно пройдут показы на открытом воздухе, а любители кино смогут увидеть новые картины онлайн. В прошлом году фестиваль посетили более 70 тысяч зрителей. Лучшей картиной стала работа Андрея Бельжо «Амбивалентность». На этот уже четвертый фестиваль пришло более 300 заявок. Лучшие работы будут показываться до 23 июля. Дальше подведение итогов. Дарья Кульбакина, «Время новостей».